iPhone SE 4 поколения. Давно мы с вами не говорили об этом устройстве, и в этом видео я собрал все те слухи, которые ходят в интернете о этом новом iPhone. На мой взгляд, самый успешный iPhone SE был исключительно только первого поколения, все остальное было так себе, ну потому что все-таки мало чем они отличались, и цена этого устройства в его худшие времена, конечно, очень была высока, там, по-моему, доходило до 70 тысяч рублей, но все-таки понятно, что тут зависит от курса доллара, но, на мой взгляд, что второе поколение, что третье так и не стало супер каким-то хитом продаж, что нельзя сказать об iPhone SE первого поколения. Исходя из той информации, которую мне удалось найти в интернете, новый iPhone SE будет выглядеть точно так же, как и iPhone 14. Уберут наконец-таки Touch ID и добавят Face ID. Это давно уже напрашивалось, наверное, даже и в iPhone SE третьего поколения. Обзор, кстати, на канале есть, обязательно посмотрите. Lightning оттуда точно уберут и установят туда всеми любимый, наверное, или не любимый разъем USB Type-C. Но мне лично очень этот разъем нравится, он универсальный. Собственно, один провод, он у всех есть и заряжать и передавать данные с недавних пор на iPad с помощью USB Type-C прям вообще замечательно. Один провод, никаких лайтнингов и других проприетарных разъемов это очень удобно. Конечно, текущий дизайн iPhone SE третьего поколения уже, наверное, классический, но он, на мой взгляд, устарел. Он крутой, я повторюсь, но в 2024 году он уже выглядит, наверное, немножко стареньким. И делать новый телефон на базе iPhone 14 это очень даже неплохая идея. Опять же, были слухи, что это будет на базе iPhone iPhone 10R, но все-таки 10R уже у нас тоже старое устройство. Скорее всего, что iPhone 10s, что iPhone 10R в этом году не получит iOS 18 и выпускать, наверное, телефон в таком же дизайне, как iPhone 10R, который не получит новый iOS 18, было бы, наверное, немного странно и нелогично. Поэтому iPhone 14 будет, собственно, таким вот родительским дизайном iPhone SE 4 поколения. Как и в iPhone 14, в новую SE установят OLED-экран с диагональю 6,1 дюйма и, естественно, всеми любимые 60 Гц там будут, никаких 90 и 120. Я уверен, что нам ждать не имеет смысла, все-таки это бюджетный iPhone, согласитесь, это стартовая линейка, и устанавливать туда какие-то 120 Гц было бы немного странно, все-таки в базовом, извините меня, iPhone 15, да, у нас с вами 60 Гц, и устанавливать в SE 120 это точно не про Apple, поэтому 60 Гц OLED-экран, 61 дюйма, собственно, точно так же, как и в обычном iPhone 14. Конечно же, не будет никакого Dynamic Island, а будет обычная челка, и это тоже вполне логично. Все-таки Dynamic Island у нас приходит исключительно только на последние модели, и Apple нужно как-то их разъединять. То есть бюджетная версия, да, и новая линейка. Если мы с вами вспомним, как выглядели iPhone SE первого поколения, второго, собственно, и третьего, здесь все логично. iPhone SE первого поколения, это такой некий iPhone 6s, просто в дизайне от iPhone 5. И на тот момент у у нас с вами уже вышел iPhone 7, там 7 Plus, и, соответственно, дизайн этих устройств кардинально отличался от того, что есть в SE первого поколения. То же самое сейчас происходит: есть SE 2, SE 3, и посмотрите на тот же самый iPhone 13, 12. Собственно, разница большая, поэтому как можно больше нужно делать разницу между базовыми условиями iPhone 15-16 и новеньким SE. Поэтому в нем будет установлена челка, а не Dynamic Island. Собственно, такая немного, скажем, старая технология, но уже проверена временем. И, опять же, никакого дискомфорта использования что челкой, что Dynamic Island лично я не испытал. Поэтому я думаю, что не будет никакого облома и разочарования, если в этих телефонах будет установлен именно не Dynamic Island, а челка. Как только появляются новые слухи о вообще всех продуктах Apple, мы сразу же публикуем их в нашем Telegram-канале. Ссылочку я оставлю, обязательно переходите, подпишитесь. Там много всего интересного. Вот что касается камеры, здесь очень все интересно. Исходя из рендеров, слухов, кат-файлов и всяких там остальных вот этих интересных изображений в интернете, мне удалось откопать, что будет один модуль, но с разрешением до 48 мегапикселей. Получается, что будет такое нечто среднее между условными iPhone 15 и iPhone, не знаю, 14, да, камера вот такая вот, она будет на отдельной площадке, и исходя из тех рендеров, опять же, что мне удалось найти в интернете, они а, также будут а, похожи, эта камера, блок камеры будет похож на а, камеру из а, рендеров и слухов iPhone 16, то есть будет специальная площадка, на которой будет камера, и ниже располагаться вспышка, ну, возможно, какой-то датчик, хотя насчет датчиков я не особо уверен, вряд ли там будет лидар, все-таки это а, про инструменты, да, согласитесь, если в базовом iPhone нету лидара, Такого, как говорится, он должен появиться и в SE. Так что будет одна камера, разрешение до 48 мегапикселей. Я думаю, что фотки будут ничем не хуже на нем получаться, нежели чем на том же самом iPhone 14, 13 или на той же самой 15. Apple A15 Bionic у нас с вами установлен в текущем поколении. На секунду. Этот же чип установлен в iPhone 13 линейки. Соответственно, 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Также он установлен в iPad mini 6 поколения. Ну и Apple TV 4K. 2022 года выпуска. В принципе, чип крутой, не старый относительно, он справляется со всеми повседневными задачами, и я думаю, что обновление продуктов, в которых установлен этот чип, будет достаточно еще долгое. В новый аппарат у нас с вами установлен чип Apple A16 Bionic, собственно, точно такой же, который установлен и в iPhone 15. Это очень интересно. Опять же, обзор есть на iPhone 15, можете посмотреть, как выглядят там все игрушки, приложения, как работает iOS и Производительности хватает абсолютно для всего. Поэтому A16 Bionic скорее всего также установят в iPhone SE4. Вряд ли оставят его на чипе A15. На мой взгляд, самая большая проблема именно SE линейки ⁇ это его время автономной работы. Когда я использовал SE2022, это прям была боль. До обеда он работал при моих не сильно серьезных там каких-то задачах. Я особо на... На айфонах не играю, если этого планшета, и вот там, вот вы не видите, PlayStation 5. Поэтому играть на айфоне тем более на iPhone SE, это еще то занятие. Так вот, с учетом того, что будет использоваться дизайн от iPhone 14, емкость аккумулятора будет точно такая же, и она будет составлять 3279 миллиампер часов. Соответственно, iPhone SE 4 будет работать точно так же, как и собственно iPhone 14. Тут и ничего такого интересного нет, но у меня есть человечку, который есть iPhone 14, даже два, а может быть даже и три, и они не жалуются на время автономной работы. Но опять же, здесь все зависит от того, как вы настраиваете свое устройство, как вы им пользуетесь, какие приложения у вас стоят и так далее. Я очень надеюсь, что именно в iPhone SE 4 поправят наконец-таки эту главную болячку всей этой линейки, это время автономной работы. Но с выходом какой-нибудь iOS они опять ее сломают. И мы будем все грустить, как грустят многие люди, которые оставляют мне комментарии под моими видео, что после обновления на iOS 17.4 все стало очень грустно с аккумулятором. Ну, опять же, это большинство, наверное, у них такие проблемы. Ну, у меньшинства, опять же, они пишут, что вроде как даже лучше стало. Особенно на моделях iPhone 11. Ну и когда же, собственно, ждать нам этот замечательный iPhone, исходя из информации не раньше весны 2025 года, вот такая вот грустная информация для всех тех людей которые хотят этот iPhone себе заполучить в этом году в марте нам показали только MacBook Air на M3, больше пока никакой информации нет. Вроде как новые iPad должны показать 26 марта. Ссылочку я оставлю на это видео, обязательно посмотрите. Там и Air, и прошки должны залететь. Но вот почему-то пока нет никакой дополнительной презентации в начале года. Это очень странно. Поэтому многие такие люди, как Маргурман, Минчику и еще какой-то чел, который говорит про дисплей, озвучивают сроки весна 2000 2025 год. Вот такие вот у нас с вами новости. Хотя между SE 2020 и SE 2022 два поколения вроде как прошло всего лишь два года, но вот здесь почему-то называют именно 25 год. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете о iPhone SE нового поколения, каким бы вы хотели его видеть. Будет очень интересно почитать. Ну и на канал обязательно подпишитесь. Увидимся совсем скоро. Пока.